Прокуратура Юстинского района выявила нарушение при эксплуатации объектов газоснабжения. По данному факту была проведена проверка законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Проверкой установлено, что эксплуатируемые сети газопроводов в поселке Барун, Юста и Бергин, являющиеся собственностью районного муниципалитета, не зарегистрированы в Государственном реестре опасных производственных объектов. При этом на основании закона районный муниципалитет, как собственник, обязан был предоставить сведения о них в орган Ростехнадзора для их регистрации в Государственном реестре опасных производственных объектов. Прокурором района в суд направлено административное исковое заявление об обязании устранить нарушение законодательства о промышленной безопасности. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.